Снова всем привет, ребят. Я так думаю, что все уже посмотрели и видео, и впечатления об этом телефоне. Но знаете, вот, и хотелось чуть-чуть что-нибудь сказать от себя. Что знаете, вот я впервые оказался у меня в руках за $100 комфортный телефон из нормальной, и с камерой, с шикарнейшим дизайном, спинкой, какая стабильно, ну что пачкается, ну крути не крути, знаете, все телефоны, что пачкаются, здесь от такого, ну что не денешься. Шикарнейшая сборка, здесь идет в каркасик из металла, идет именно что, вот, ну что не ощущаешь, что оказалось у тебя дешевка. За компанию у нас идет USB-C, ребят, скажем, знаете, вот есть и телефоны, что $150 стоят, но в китайцы сэкономили и втыкнули стандартный USB. Что в плане звучания, тут тоже все терпимо, ну, так и все включаем, что по порядку. Опа, и включается, и снова, ребят, опа, и включается. Ну, естественно же чуть-чуть с опозданием, что вы учитываете, что, ну, что в телефоне идет слабеньким процессором, и ждать, что здесь будет все включаться и срабатывать, естественно же, вот не стоит. Но в чем прикол, что в телефоне, что оказалось, еще и фишка есть, чтобы оно на секунду включается, срабатывает. И еще раз включается, срабатывает. Скажем так, что в чем плюс, что вот, ну, если включаете днем, то функция включается и работает вполне терпимо. Но вот только стало чуть темнее, и, естественно же, такая функция уже, ну, что включается и плохо, ну, срабатывает. Но в чем плюс, что все-таки у нас сканер есть. Если захотели, щелкнули, и снова 1, 2, 3, и включилось. Шикарный дизайн. Ребят, я говорю, ну, спинка тут вообще до такой степени изумительная. Единственное, естественно же, что с пальчиками стабильно, что кажется, что пачкаться будет. Ну и включаем телефон. Так что включился. Чуть-чуть светлее сделаю, чтобы симпатичная картинка и шла для вас, ребятки. Я думаю, так будет. Окей. Естественно же, включаем YouTube вам, чтобы вы вживую все увидели, что, куда и как идет. Стартануло. Давайте сюда. И что-нибудь симпатичненькое, что вдруг что-то есть. 4К. Искал. Есть. Что включаем, что вдруг так что включилось. Но что-нибудь все-таки, чтобы интереснее было. Именно. О, я думаю, будет здесь чуть-чуть интереснее. Все-таки сюда включаем. И ждем. Если что включился. Что в чем плюс, что включается. Ну, что целый экран у нас идет, ребят. Динамик, чтобы вы услышали вживую. По качеству, что включается, смотрите, чтобы вы увидели вживую. Ну, да. И снова. Да-да. Если захотели, опять же таки, экранчик у нас, ребята, включается по максимуму. Картинка, и уже будет и интереснее, и светлее идти. Все. Так, чтобы светлее что-нибудь было, чтобы вы экран вживую увидели, вот, ребят. Реклама. Ну, естественно же, куда без рекламы. Окей, что грин еще что включился. Потому что целый экран, вот, вот, ну, что именно цвета, чтобы вы увидели, ребят. Экран. Видите, оказалось, ну, что все включается вполне в комфортно, и претензий, ну, вот именно к YouTube здесь, естественно же, у меня нет. Естественно же, включу что-нибудь из музыки. Что в чем прикол, что в телефон идет, ну, типа, с чистым андроидом, и из этого, или я попутал?
Нет, извините, я чуть спутал. Тут чуть-чуть, оболочка спутал с таким дивом, с таким же самым, с процессором и с таким же самым экранчиком, чтобы вы увидели. Да-да, ребята. Ну, с телефоны до такой степени, в компактненький и удобный. И здесь, включается, такая же самая и система идет, и все, в принципе, вполне good. Естественно, включаю динамики. Скажу честно, что громкости вполне комфортно, что в сумочке я его слышал и претензий, что в принципе ноль. Но и хотелось, чтобы чуть громче было и именно по качеству, чтобы интереснее было. Динамик такой шикарнейший и претензий, что в принципе ноль, потому что громкости вполне ее хватало. Вот единственное, знаете, что пусть втыкнули бы динамик в такой же, как и здесь, то шикарнейшее было, потому что действительно. Но вот именно к динамику примахиваться тут в телефоне я абсолютно не буду. Естественно же, там вот специально включал YouTube и сказали, что в телефоне с камерой оказалось, что не включается. Что видите, что включилось и срабатывает, ребят. Если захотели, что включается и видео, да? Если захотели, что включается сюда и селфи. Так и снова, что отключаем, и снова камеру включаем. Ага, что включается, оказывается. И в чем прикол, что вот я 4 дня использовал его, и стабильно, что включалось и фото, и видео у нас есть. Единственное, что из претензий, вот именно, знаете, что китайцы, что попытались, втыкнули такие камеры, в телефон. Но по факту, скажем так, эффективности от этих двух столько же, сколько из простого с единственной камерой. Но в принципе в картинках вполне симпатично. И чтобы, знаете, сильно примахиваться к этому телефону, я не хочу, что, знаете, тут идет ставка именно на дизайн. Что все включается и срабатывает. Видите. Так, раз. Ау. На видео. Ага. Видите, стыкаюсь с такой штукой, я, наверное, отключил. Конечно же, я отключил. Опа, включилась и работает. Видите, что включалась камера, все вполне комфортно. И был я и на рынке, что включалось и срабатывало. Все, и с детьми, что был. Но говорю, попытался сделать я, в портрета, и скажу, оказалось, что с таким... с телефоном у вас ничего, что не получится, что где я там искал, столько всего. Чтобы вы увидели, я специально попытался сделать в портретном режиме, ребенка своего стало, чтобы вы увидели, видите. Детализация, они взяли их, чуть-чуть, здесь такое сделали, а по факту, то знаете, эффективно, что здесь их две, то я считаю, что в принципе ноль. Но я не знаю, знаете, за такие деньги я не ждал, что здесь толковая камера будет. И что да, есть интереснее, телефоны, и вы купите. Но с таким дизайном, я так думаю, что вы их не купите. Аккумулятор, кстати, здесь тем более. Так, естественно же, ситуация, что всех интересует Antutu-шка. Что попутно включаем и тут ее сразу, чтобы вы вживую все увидели. Окей, одни цифры. Где у нас Antutu? Здесь, ребят, смотрите. Такая ситуация идет, вживую все, кстати. Сюда показываю. Окей. Есть информация. Специально показываю, чтобы вы увидели, такие же самые, что оказался и процессор у нас, что в принципе и камеры в те самые. Но я смотрю, что здесь, видите, чуть-чуть отличается. Сюда. Есть процессор. Окей, такой же самый. Используется у нас уже чуть-чуть. Изменили видео. Что здесь пишется, что экранчик в 5-дюймовый, но хотя в действительности в 5,5 дюйма идет.
Китайцы что сделать? С касаниями, ребятки, оказалось их два. Три. Я так думаю, что, знаете, вот я, наверное, включил какие-то скриншоты, и из-за этого оно показывает, и с каждым разом все больше и больше. Вот видите, прикол, да? Но вживую все, вот я говорю, что вот я вот не обманываю, знаете, не рассказываю там, ну, куча, вот не реклама, скажем так, это вот телефон. Есть в такой ситуации, мы, естественно же, отключаем. И что же у нас сюда, и датчики включаем, и включились. Что в чем прикол, что здесь у нас, что экономненько все, ребят. Но в чем плюс, что компас есть, я вам скажу. А здесь у нас есть, оказался и гироскоп. Что в чем прикол, что включается и срабатывает, ребята, за такие деньги. У нас есть и такой датчик. Так, ты включишься, включается и работает, ребятки. Окей. Естественно же, освещение. Тем более, шикарнейше работает. Здесь есть сюда. Извините, я не то нажал, что думал. Вот, что я хотел. Чикс, тыкс. Раз и два, что включается и срабатывает, и претензий, естественно, здесь оказалось нет. И компас, и что, ребята, что включается и срабатывает, что, скажем так, что телефон, и что впичкан, ну, именно всеми датчиками вполне терпимо. Естественно же, включаем такую штуку сюда и показываю информацию о самом телефоне, чтобы вы вживую все увидели. Раз, два, три. 4. Вот видите, вот что плохо, ну что с камерами, оказалось, что куча информации тут ноль. Но я думаю, что куча китайцев, естественно же, сэкономили и втулили, скажем так, и самое дешевое, что есть. Аккумулятор, скажем так, куча писалось, у меня, куча вкинув в тестер, оказался в 2900. Я не знаю, что в принципе для такого телефона вполне все терпимо. И претензий у меня здесь тем более нет. Естественно же, что включаем? Одну секунду, информацию о аккумуляторе, чтобы вы увидели. Раз, сканера, что включается, кстати, он сбоку тоже. Если что включился, окей. Тест-ранкинг, чтобы вы увидели. И ситуация здесь, естественно же, оказалась куча печальная. Но вот я говорю, вот я в действительности использовал его, и куча в течение дня вполне комфортно его использовать. Ну что, включенный интернет, и стабильно, и звонки, общение все полностью есть. И для такой специально включаю еще одну штуку, ребят, скриншоты. Чтобы вы увидели, что с аккумулятором у меня было. Сюда, 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 сюда. Ну и попытаемся спутники еще включить. Вот я, если честно говоря, включал их на улице, но, скажем так, что все-таки спортивный интерес, нужно попытаться включить еще и здесь его дома, так, чтобы и здесь было включено, и здесь. Окей. Ну что, ребят, где там спутники у нас? Здесь, тут-то и тут-то. И ждем, что включится или нет, споймает или нет. Ну что, в первый раз, и тем более, что я вообще дома, и тем более, что это МТКшки, а у них со спутниками стабильно все туго. Так, и что тут? Чувствуется, что включался он и вполне работает. То есть, в чем прикол, что стабильно включенный у меня был в телефоне и Bluetooth, и, и телефон комфортно в течение дня жил. Так, ты чё? Давай, если захочешь, то может и сможешь, а может и не сможешь. И ждем, и ждем, и ждем. Ну и? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Так, ребят, я думаю, что вы все увидели. Я говорю, что куча включается и срабатывает. Такое дело на улице вполне терпимо. Вот просто, куча действительности, что куча оказался, вот я дома, и ситуация чуть-чуть, куча печальная. Но вот так-то, в принципе, со спутниками все вполне, скажу честно, комфортно. Единственное, что из недостатков, вот я, знаете, искал, к чему бы примахаться в этом телефоне, и придумал. Что казалось, что в телефоне отсутствует индикатор. Я не знаю, знаете, но вот единственное, чтобы я придумал, что с этим телефоном вот не так. Телефон вполне все комфортно, что включался и работал все эти дни, что я с ним был, я не знаю. И с камерой вот снова такие, что включаю, что включается и срабатывает.
Опа, если захотели, шикайте. Еще раз и еще раз. Что включается все и срабатывает. Я не знаю, ну, куча, у кого там что случилось, ну, с камерой, но вот именно, ну, куча, здесь и в черненьком, что все включается. Я специально испытал еще и черненький, чтобы, ну, чтобы все нормально было. И в том у меня все классно. Что, ребят, скажу честно, я не заступаюсь, но, ну, куча, действительно, вот телефон, вот именно за дизайн я его бы, ну, шикарнейший, ну, что телефон, что действительно, что камера, знаете, вот есть люди, ну, куча, для кого камера оказалась, ну, куча, не самое главное. Что так-то, в принципе, ну, что к телефону в претензии, что ноль. Что да, естественно же, ну, куча, есть и конкуренты у него поинтересней и сильнее и круче. Вот, например, такое диво, да, ребят? Я так думаю, ну, что все в курсе, что это за, ну, куча, телефон. Что здесь и камера интереснее, и процессор, и сборка. Но вы-то учитываете, ну, что в телефоне старенькая система идет. Ну, скажем так, что крути не крути, ну, так и есть. И старый экран, ну, я имею в виду технологию, что гляньте, ну, что здесь экранчики, и что здесь. Что просто, знаете, их сравнивать, то смешно будет, и что да, ну, куча, круче, все. Но в действительности-то, ребят, знаете, то же вы-то за, ну, куча, вот с таким же экранчиком, ну, куча, не купите его, что все здесь вполне терпимо. Ну, и естественно же, что сделаем, ребята? Стартуем игрушки. Чуть-чуть, я так думаю, будет интересно кому-то. Так, чистим систему, естественно же. Сюда. И что включаем? Что, думаю, танки для начала. Что интересно будет. Пока что я уже сколько впишу температурку, что включу вам, чтобы вы увидели. Есть 36 градусов идет. Звук я пока тише все-таки сделаю. И сближение, чтобы в картинка была, ну, чуть-чуть поинтересней. Так, я думаю, будет комфортно идти вам, ребят. Так, что включилось. Ты включился или нет? Ау. Есть, что думает еще. И мы сдули все-таки. Ну и фиг с ним. Так, ребят, смотрите, что включаем, что установки и включены, естественно же, по минимуму. Скажем так, что телефон слабенький, и я все-таки, ну, куча, и не ждал, что все будет здесь шикарнейше идти. Скажем так, еще, кстати, извините, ну, что упустил, что включал 3.5, но звук здесь на четверку. Ну, честно, вот я стыкался, ну, что с телефонами и звучание вот здесь для наушников такое себе, на 4 с минусом, если честно, идет. Так, что автофокус, что включился, я так думаю, да? И писа в 32-33, пока. Сюда. Я надеюсь, вы видите, изменилось и стало 34. Все куда? Ох, еще и нам сюда ехать. Что, вперед? Красава, Леня, успел. Вот единственное, мне вот, скажу честно, тут ситуация печальная у нас идет пока. Я не знаю, сейчас мне, наверное, лупанут. Ох, блин, дала мне по полной. В КВ-2, естественно же. Но в чем плюс, что все-таки я оказался, ребята, живой. А здесь еще и КВ-1С. Бегом, 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 бегом. И в кустики сразу, опачки, и спрятались. И писал, ну, считай, что в 50-ка, ребята, FPS идет. В принципе, гу, куда же ты убежал? Так, у нас еще там одна КВ-шка есть. КВ-2, но уже чуть-чуть покруче соперник. Ай, блин, мне кто-то в спину дал. Засранцы! Говнюки! Так, я в такой ситуации утекаю отсюда, что у нас точка захвачена, в принципе, и там где-то был в КВ-1С, то я иду искать его, что вдруг получится писать ему. Так, пока пишется 4-4, ребят. Ой-ой-ой, Ленька, блин, вот это мне и в бочину. Говнюк. Не успел еще. Ну и флаг тебе в руки, и в карман, и в опу. Идем вперед и сливаемся. Кстати, команда сливается. Ой, блин. Но из плюсов, что стало все-таки в 51, что FPS, ребят,
втушимся и попытаемся все-таки это... Да. Извините, но в спину мне все-таки писали. Ничего. Сдаваться вот я не хочу. Ну, суть же показать, чтобы вы вживую, ну, что впечатление о телефоне услышали. И видео чуть-чуть, как я, ну, еще вот не умею в танки играть. Абсолютно. Снова сдули. Ну и фиг с вами. Идем дальше. Так, в чем прикол, что я чувствую, что телефон стал чуть теплее. Впечатление? Да. Стал все-таки чуть-чуть теплее, ребятки. Ну, от такого ж ты никуда уже и не денешься. 35 пока пишется по FPS. Танк у меня, кстати, такая черепаха, и он идет, ну, куча, я не знаю, ну, куча для чего, но стреляет, в принципе, терпимо. Но иногда вот попасть здесь, конечно, с сведением здесь вообще кошмар. Так, Шиписов 37, и все командуют идти куда-то в угол. Ну, идем в угол. Шиписов 32 пока. FPS-ка. Идем. Парам-па-па-па-па-па-пам. Парам-па-па-па-па-па-пам. 34. Ну, пока гу. А что же дальше будет? Ну, я так думаю, сейчас, что в спину кто-то, как, что влупит или в сраку мне. Так, изменилось и стало 36, ребят. Пока еще цифра вполне терпимая. И вот у нас засветился КВ-1С. Кстати, танк такой толковый. А кто еще и, ну, еще классно играет, то вообще толковый. И Т-150, если честно говоря, я не знаю, что это такое. Даже. Но будем что испытывать сейчас, что попытаться, потому что вдруг получится лупануть по нему. И в кусты сразу. Тю! Вообще. И снова ждем. 3 часа все-навсё. Здесь приходится ждать, чтобы попасть кого-то. Ура, ура, идем мы по чуть-чуть. Мы сможем все-таки, наверное. Привет. Спинку. Ой, я, наверное, в него попал. Да. Я все-таки смог. Ленька, красава. Идем дальше. Пока 3-3, и мы сливаемся. Я так понял, что в спину кто-то там их разбомбил всех по полной. И что здесь уже и соперники по интереснее у нас и оказались идут. Ага, еще и какой-то есть ЛТБ. А что это значит, интересно, ЛТБ? Я думаю, они будут идти все-таки отсюда. А, я так и понял, что ты хочешь идти сюда, но я что не дурной. А я что встречаю с цветами сразу. Ай, блин, я еще не попал. Козел. Ау, щет, мазефака, блин. Ну, этот уже мне влепил. И еще один влепил. Разворачивайся, колымага дурная. Старая кляча. Щет, мазефака, блин. Давай, дай хотя бы ему влеплю раз. Да. Все-таки снова я оказался тормозом. Как всегда. В такой ситуации, естественно же, отключаемся, ребят. И все-таки еще за компанию, ну что, испытаем телефончик, что с средними установочками. Я, скажем так, ну, куча из плюсов, вот что, ну, с чем отличается 6739 от 6737, чтобы... Ну, короче, всех, кто понял. Что тут, короче, в чем суть, идет активные 4G симки 2. Что в чем прикол, что вы копаетесь, ну, короче, по интернету и звонят вам автоматом, интернет идет, и все классно. Ну, короче, по факту, вот чтобы так изменений здесь вот я не увидел. Единственное, ну, что графика, ну, стала, ну, считается, почти получше. Но я так думаю, что в действительности сейчас... Ну, короче, полная жопа будет. Шиписов пока, считаю, что 30. Ну, что, глянем. Что в перспективе, ну, что стыкался и с телефонами, что втупили в конкретнейшее. Здесь, так, у нас есть 4 точки, и я что, сам? А мне страшно. Я хочу из компании. В чем прикол, что вполне комфортно пока идут. Но спустилось, пока Шиписов 26, ребят. Точка C, я так думаю, что там их нет. И 24 уже стало, естественно же, в поменьше.
Я, конечно же, испугался. Ну, штанга у меня колымага полнейшая. Так что я, ну, что пытаюсь вот что-нибудь с компанией делать. Так что пишется 124, ребят. Я не знаю, ну, что... Пишите в комментариях, что вы думаете о таких телефонах и стоит ли им существовать даже. А то, видите, там ну, сказали, что телефон оказался ну, полное дно, стало FPS в ПК, считаю, что 30, нифига себе. Нет, то вполне терпимо. Ждем, танкуют, что в пацаны типа, идем вперед. Так, ребят, и писа 28 пока. Но я думаю, сейчас вот стрельба, ну, если будет, то тогда мы будем в полной опе. Я в бочину еще конкретно получил. Ну, в такой ситуации что делаем? Текаем сразу, пока не поздно. Так, я так понял. О, и здесь вот начинает телефон жестоко, ребята, тупить. Ну, то я понял, что ты меня пробило. А куда ж мне уже? Зад, давай хотя бы я попытаюсь в кусты спрятаться. А вдруг получится? Блин, так всегда. Что, я скажу честно, ребята, это называется дискриминация. Еще чуть-чуть, и я бы ему все-таки я влепил. Но чувствую, что для Леньки пришла шоколад. Ничего, мы сдаваться не собираемся. Там у нас кто-то есть в КВ. Ай-тя-тя-тя-тя, успеешь? Молодец, красава. И вот так уйдем, сейчас будем их рвать. Спустилась FPS, считаю, что ну, писал 21. Ох, ой-ой-ой, куда? Да. Ну, скажем так, стыкнулись с таким, что я вот не успел. Скажу честно, с такими ну, установочками играть уже на таком телефоне стало ну, некомфортно, ребят. И спустилась, ну, что FPS к 14, что уже для игры вообще ну, в полное оказалось опа. Так, естественно же, включаем еще одну игру, ребят. Парам-папам. Так, я специально сделал на чуть-чуть так, чтобы вы увидели. И пока измерим, естественно же, температуру телефона. Что вполне терпимо, кстати. На уровне кул первого. Ну, что где-то так идет. Парам-папам-папам-папам. Так что включение ждем, ну что вдруг что-то да, что включится, да, и окажется интересно кому-нибудь. Все-таки в облаке. Так, что первый раз, кстати, включается, то там, я так думаю, будет все-таки чуть, наверное, тупить или нет. Для продолжения влево. Что, в чем плюс, что в телефоне, что же есть у нас же и гироскоп, ребят. Так что здесь, ну, в перспективе все круто, играться будет и комфортно. Ну, попробуем. Красава. Вообще, что, ребят, я не знаю, ну куча, кипишуйте там или кричите, но вот эта игра здесь идет вообще просто офигенно. Просто супер. Пошли лесом, и Ленька. Вперед. Вперед. Парам-па-па-па-па-па-пам. Опачки. Есть. И еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. И мы почти чемпионы. Что, ребят, скажу честно, игра идет вообще супер просто. Ну что, претензий вот именно к игре и качеству игры, ну что, ноль. Что действительно все идет, знаете, вот так комфортно, абсолютно. И ни глюков, и ни тормозов нету. Пара-па-пай. Ах ты мне в бочину въехал, засранец. Как ты мог? Опа. Джж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 ж
пам-пам. Как у вас картинка? Я надеюсь, что хоть более-менее. Я смотрю, что еще чуть-чуть и солнышко засветит, и будет по видео. Ну, попытаюсь еще, естественно же, включить, ну, короче, самую любимую игру подписчиков. Включится или нет, я не знаю, ребят, извиняйте. Но в чем плюс, то испытаем ситуацию с экраном.
Вот именно при солнце. Так, отключаемся. Есть, я надеюсь, все увидели. Так, что-то мне пишет, я нихера не понимаю. Ну, ребят, такая специфика, ну, куча у заикания, что, ну, куча, вот есть такие люди, что понимают, а есть такие, что не понимают. Температура, естественно же, включается, чтобы вы вживую все. Есть и температура стабильно, ну, сколько было, столько и осталось. Извините, я нечаянно отключил его. Очнись, очнулся. Что, видите, вот слушается меня. Потому что в чем плюс тоже. И такое дело бывает в жизни. PUBG. Так, еще включилось, я скажу, что плюс. Скажу честно. И целый экран, тем более плюс этому телефону идет. Так что пишется, что смотрится обновление, там скачаем чуть-чуть. Казалось, что и, ну, куча, им все хотелось, чтобы больше было, скажем так. Парам-папам. Что, извините, что тишина, я не знаю. Ну, куча, перспективу, вот, ну, что, вот я, вот если из... игрушками, то получается, что вот, ну, куча, в Ютубе, что включается либо, что полностью, что без музыки и шла, вот, либо, ну, куча, трендеж от Леньки, что извините, но видите, вот, ну, скажем так, вот, стыкается с тем, что иногда и хотелось бы, ну, куча, попутно вот, что-то рассказать, ну, куча, впечатления о телефоне. Что, просто, знаете, вот я говорю, вот я действительно, но с ним бы, вот, чтобы вы увидели, вот я ехал в троллейбусе и вытащил его из кармана, то все куча в шоке были, знаешь, вот все, скажем так, что казалось, ну что куча и девчонки все так, знаете, и смотрели, ну типа нифига себе, какой у него телефон, и что, ребят, с таким чудовищем, то куча всем все равно было, скажу честно, а с таким, то вот, ну куча действительно комфортненький и стильненький, и красивый, самое главное идет. Так, ты включаешься или нет? Ага, имя уже используется. Цирк. Но я еще добавлю несколько букв. А такое хоть не используется. Та-дам! И играем мы уже, считаю, что около 20 минут, я так думаю, да? Что 16 минут я что включал. Аккумулятор, естественно же, я что упустил, ребят. Но уже, извиняйте, я так думаю, кто, ну, сейчас смотрел внимательно, тут, ну, куча шторочка с аккумулятором, что показывается, что я включал, и попутно, ну, куча, гляните и считаете, что куда и как. Да, впервые играем, и картинку, естественно же, уже включаю по минимуму. Костюм доступен, 8-дневный вход, спасибо вам. Я к вас только всех отключить, идти в вашу дивизию. Да я не играл уже в эту дрянь. Ой, шикарную игру. Извините, что упустил этот момент. Пока экранчик показываю, что включена подсветка, кстати, не сильно светло. Я включил, чтобы, ну, куча, камеру не, ну, куча, не слепила для вас, ребят. Пара-п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 а-
Ну и думай долго про тормоз. Само смешно. Извините, я бывает тоже иногда туплю и глупости, знаете, стыкаясь с такими моментами в жизни, что бывает так. А где же я? Ой-ой-ой, что, ребят, вот видите, ну что, все вживую, я не придумаю ничего. Но ждем, что включилась игра, и чтобы вы вживую все увидели. Так, что включается, что с картинкой? Ну, вполне гуд. Но вот единственное, что я же столкнулся с ситуацией, что чувачка-то не увидели, и как в конечном итоге играть, если... Ты, я думаю, вы поняли, что я имею в виду, что куда и как.
Не хочу я с вами это прыгать. Ага, да-да, ребята, оказалось, ну что, куча в пути какашка летит только. Что я нажал? Твою мать. Вот это, конечно, жесть. А может установочки включить и включить, ну, графику покруче. С таким телефоном, конечно, я считаю, что смешно это будет, но... А вдруг я настройки я включаю, и она мне говорит... Тусуйся. Так, что у нас есть? Помощь, графика. Включаем. Сюда включаю. Окей. Конечно. Я нажимаю окей. Я нажал окей. Еще раз нажимаю окей. Окей. USA. Окей. И что дальше? Назад можно нажать. И снова летим. И где же чувачок мой? Ура! Что оказалось, что он есть. Что... Так, еще кто? Ну, еще помнит, что включаете, ну, еще установочки и изменяете чуть-чуть что все установки. Но телефон, я смотрю, что... Так, ну, что впечатление, что, по-моему, чуть-чуть тупит. Ого! Чуть-чуть, скажем так, это слабо сказано. Да что ж ты летишь, блин? Я думаю, все-таки, что включится в конечном итоге. Это чудо. Техники. Но тормозит конкретно, ребят. Скажу честно. Ты спускаешься, спускаешься. И долго, и нудно. Долго, и нудно. И чего же там мы будем иметь? Ага. Оу, щит. Да. Ну, как... Скажу честно, по конкурсу, ну, куча тупения, то здесь вообще, вот я впервые стыкаюсь с таким, ну, куча, вот есть телефоны, где, что, чуть-чуть и слабее, что я в лепешку размазался, нет, так, ты очнулся уже, куда ты бежишь, что, видите, вот я телефон не торкаюсь, а чувак все равно бежит, повороты, ну, в чем плюс, что включилась автоматика и какой-то фиг, стоять, надо бить его, или он со мной? А, садится. Поехали. Нажимаем сесть. Ура! Катаемся дальше. Да. Честно я скажу, ну, куча в первый из телефонов, где PUBG тормозит. Я впервые с таким стыкаюсь, чтобы так тупил. Я выхожу. Опа. И идем. Хотя бы прикинемся. Может, ствол какой-то будет. Каска есть? Была. Ага, у тебя автомат. А я с пистолетом. Ну, тоже ничего. Вот это и фризы. Пляха-муха. Ой-ой-ой-ой. В танке, кстати, вполне комфортно, ну, все игралось. Здесь, ребят, я даже, скажу честно, я в шоке. И ты снова в трусах. Ну, уже с пистолетов у меня целая куча и гранаты есть. Что дальше? И ты снова куда-то бежишь. Я в стенку, я влепился, потому что я так и не понял. Все, уходим отсюда. Вот это и жесть. Ура! Кто, кто, где? Дайте хоть мне очнуться. What's up? А покажись мне, жертва. Ура! Я кулаками тебя буду бить, падла. Только где ты, скажи мне. Так, кто-то кого-то все-таки уже убил? Ага, он оказался здесь. Так, что вдруг у этого говнюка прикид есть? Ну, скажем так, считаю, что и сапогами будет поинтереснее. Для Леньки. И давай попытаемся очахлиться, кого стрелять. Ага. Ты еще думаешь 3 часа, блин?
вы убили. Оказалось, что я еще кого-то убил. Так, я хочу сдохнуть, но как мне это сделать? Картинка у вас ничего, ребят, идет? А то я так и не понимаю. А я понял, где ты сюда. Ваш товарищ, добивай, блин. Ну и тормозит, ребята, я скажу честно, это просто полный здец. Полный здец. Есть. Я надеюсь, что все картинку видели. И вдруг бы оказалось, что у него трусы еще есть, то было бы круто. Автомат, ну. Автомат, и что пустой, то не сильно комфортно. Че ты думаешь? Что все? Рубашка ж есть, дальние, и шапка, ботинки, и трусы, блин, штаны. О, теперь уже и жениться можно. Так, я только отключить эту дрянь. Ну, пока будем с таким автоматическим и с пистолетом тусоваться, идем, наверное, к своему корешу. Так, а он опять где-то стреляет. Где ты их находишь? Убейте меня кто-нибудь, помогите мне, help me, please. Как же ты тупишь? Все, едем. Сесть. И солнце. Ну, ребят, я так думаю, что все и вживую, что все, ну что, увидели. Что, ребят, температура телефона пока 38 и 40. Ага, стало чуть теплее, чтобы вы увидели. Аккумулятор специально показываю. Так, есть. И чтобы вы увидели, вот если солнечными, ну, сейчас лучами, ситуацию с картинкой, какая идет, ребят. Что гляньте на этот шикарный и красивый и яркий экранчик. И что, ребят, а гляньте эту спинку сюда, вот так специально вкручу. И что, ребят, я не знаю, что сказать. Скажу, ну, честно, купить его 100% дальше. Телефон на ту стоимость, что он стоит, я считаю, что вот именно с таким шикарным дизайном вы ничего не купите. Вот и все. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.